Без любви without love, призвание a calling это терзание. Is nothing. Поэтому многие люди в служении не мучаются. That's why a lot of people in ministry suffer. Потому что они потеряли первую любовь к Иисусу. Because they lost the first love for Jesus. Мне люди часто задают вопрос, Many people ask me questions, откуда у тебя Pastor, столько страсти? How do you have such passion делать то, что ты делаешь? To do what you do. А я это не делаю для людей. I don't do this for people. Я делаю для Иисуса. I do it for Jesus. И моя любовь к Нему обновляется And my love каждый for him день. Is being renewed every single Когда ты теряешь day, первую любовь when к Нему, you lose that first love for призвание him, становится the терзанием. Becomes nothing. Вот как Бог показывает свою That's любовь how God миру. Shows his love to the world. Когда я и ты, When you and I, мы умираем для себя. We die to ourselves. Мы умираем для своих амбиций. We die to our ambitions. Мы умираем для своего я. We die for мы умираем our для I. своих планов. We die for our plans. Мы умираем для того, может быть, что мы мечтали we по плоти. Die for the things that we dreamed in the flesh. Потому что я знаю, для чего я рождена. Because I know what I was born for. Я рождена, чтобы любить. I was born to love. Я рождена, чтобы его познавать. I was born to know И я рождена для величия. And I was born for greatness. И это призвание, оно не And только для меня. It's not just for me. Оно для тебя. It's for you. Дыши во мне. Just sing it with me. О Святой Дух, жажду я тебя.